Перед началом нового учебного года Ленинский район посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Он встретился с преподавательским составом видновских школ номер 7 и 2. В ходе беседы Владимир Петрович рассказал о планах правительства области повысить уровень заработной платы для учителей. Определенные шаги в этом направлении сделаны уже сейчас. С 1 сентября, вы, наверное, знаете, по инициативе губернатора у нас введены доплаты за классное руководство, 5000 рублей плюс. Далее народный избранник поинтересовался у преподавателей об условиях работы и о состоянии материально-технической базы в 7-й школы. Практически каждый кабинет оснащен мультимедийным проектором, доской или экраном, есть телевизоры, есть компьютеры, мы потихонечку обновляем, потому что, конечно, устаревают они, вот, поэтому по мере возможности меняем. То есть помогать вам не нужно, да? Нужно. Нужно. Мы не откажемся. Владимир Жук пообещал поспособствовать с заменой покрытия в спортивном зале школы номер 7, а также выслушал мнение педагогов о развитии муниципалитета в Московской области в целом. Ведь только находясь на местах и в диалоге можно узнать реальное положение вещей. Мне кажется, такие встречи очень важны. Нужно почувствовать, какая обстановка в коллективе, какой настрой, какие проблемы. И самое важное, чем можно помочь. И у нас такие возможности есть, и мы помогаем. Затем депутат посетил видновскую школу номер 2, где также обсуждались актуальные для учителей вопросы. Это обеспечение служебными квартирами, оптимизация учебного процесса. Коснулись темы раздельного сбора мусора, который будет введен в Подмосковье с 1 января 2019 года. Преподаватели назвали встречу полезной и важной накануне нового учебного года.